Всем привет! С вами канал Артмания. И мы с Димой заказали KFC домой. Тепленько-тепленько все привезли. Три курочки. Это что такое, Дим? Курочки. Ну, курочки, да. А не KFC, ростовцы это у нас. Там же картошка фри у нас. Картошка фри. Здесь чего-то, я сейчас уже не помню, стрипсы какие-то что-то. И курочка, ням-ням-ням-ням. Очень-очень вкусно. Вкусно? Вкусно. Все тепленько-тепленько, прям хорошо. Доставили. Тут у меня курага сушится. Априкосик, да? Ням-ням? Ням-ням. Один раз у меня... Видно. Дождь прошел, у нас вылезла, вышла радуга. Какая красивая. Радужная, прям радужная, радужная. Ой. Радужная, ярко-ярко, с одного дома. Прям туда. Не видно. До другого дома. На весь большущий двор. Кстати. Вылезла большая радуга. Ярко-ярко. Она подсвечиваться начинает, Дим. Она тройная вообще. Ай, тут не особо видно. Не особо видно, но она тройная. Получается оранжевая, желтая, зеленая. А желтая-зеленая, потом фиолетовая, красная. Потом пробел, потом опять фиолетовая. Короче, она тройная, представляете? Блин, не видно. Не видно, наверное. Она тройная. Блин, только первый раз вижу. Еще окна грязные у Димы. Она очень классная. Музыка. Дис. И от к. И всем привет, с вами канал Артмания. Дима приглашает на свой личный концерт, где он будет играть на барабанах. А скажи теперь, что должно было там у тебя написано? Что? Что должно, говорю, было там написано у тебя? Не знаю. Не знаешь? Дай теперь ты, дай камеру. Такой вот билетик. Дима написал, сам написал, вписал все сам. Некоторые буквы неправильные, единица, двойка неправильная, буква И. А тут 7 лет, а я думаю, вот это буква Ф. Да? Да. И вечером Дима будет играть. Да. Концерт на барабанах, да? Да, 7 лет, просто 7 лет, да? 7 лет, да, Диме. Да? Да. Вечером ждем концерт. Какое у меня место? Восьмое. Это мой билетик, да? Даже да, печать там который, есть. Который, ты знаешь, сколько мест? Там будет мест где-то 10 стулов. Ну, это просто рядом так 10 будет. Ну, смотри, так не забудь 10. Про свой концерт. Хорошо. Подписчики будут ждать вечером твой концерт. А, ты его снимешь? Конечно. А, ну пока. Потом будешь смотреть. Снимай. Дима ушел из садика. Садик. Да господи, Дим, он не носист-то. Прощаемся с садиком. Садик, кстати, очень такой классный. Симпатичный был. Дим, не надо, нам сейчас в магазин еще идти. Такое тут. Красиво, красиво. Хороший ролик снимаю. Лички поют. Ну, Дима, конечно, как был дядя, так остался. Он там прыгает, как мартышка. Не знаю, как ты будешь... Мне кажется, ты вернешься в садик еще. Мне почему-то так кажется. Не сможешь ты в школе учиться. Ну, не знаю, посмотрим.
Всем привет, с вами канал Артмани. Попросила мужа разрезать арбуз на мелкие кусочки. Вот моя ладонь, насколько он огромный. Чтобы можно было есть это вилкой. Ну, видимо, только до такой вилки. Чтобы это... Не знаю, еще рот должен быть, да, большой? Ну, это мелкие кусочки по его. Я думала, он треснул. Смотрю, ба, нифига себе. Вот смотрю, она сверху еще. Порезал, блин, называется. На мелкие кусочки. Большой вилкой, большой рот. Офигеть. Останется на память, это у нас август. 2024 год. Еще тебе папа кое-что подарил. Ты знаешь, где находишься? Нам с тобой, вернее. Вон, смотри, что да, папа. Доставай его. Какие вкусняшки. Куда он отошелся? Вот. Я чуть застрелилась. Если бы я один шаг отошел, то бы как раз наступил на них. Вот, смотри, какие вкусняшки. Папа тебе. Тут тебе. Ну, поделиться со мной тоже надо. Надо ножичек взять. Принеси ножичек. Ну, я как раз вот так, да, да, вот так. Да. Какие здесь разные вкусняшки. Мне кажется, вот это очень вкусное. Такая вот она более желейная, вот это мягкая. Это, вот эти вот они жесткие. Это настоящая. Вот он игрушечная. На самом деле настоящая. Что, ты будешь резать? Давай попробуй. Получается. Ай, ай, я там зуб еще разрезала заодно. А чьи? Ну, еще надо. Просто... О. А, ну она как пирожная прямо. Ай, теперь это все нам остается. Да, она как пирожная. А я думала, что она будет как вот это вот желейки все. Собранная, она просто как пирожное. Кушай, бери любую какая-то. Вкусно. Такая вот она. Вкусненько. А там внутри что-то желтенькое, не очень вкусное. Я зубку у тебя. Да, сначала хорошо. Так, кыш. Вот как тебя.